Всем привет, дорогие друзьяшечки. Я сейчас спускаюсь вниз, Стас уже должен за мной подъехать. Мы едем с самого утра смотреть квартиру. Сейчас вам покажу, надеюсь, мне разрешат ее поснимать. Покажу вам клевую квартирку. По объявлению прям посмотрели, вообще крутая. Сейчас вам буду все рассказывать и показывать, оставайтесь со мной. Всем хорошего дня и позитивного настроения. А у нас уже все тает. Снег остался, вот этот грязные кучки. А тут-то уже везде все сухонько. Прям отлично, замечательно. А я очень сильно натерла себе пятку на ноге. Я схожу только в кроссовках в таких. Прям жесть, прям ходить больно. Где там Станислав Николаевич? Говорит, помой собаке лапы, я сейчас приеду. Его нету нигде. Сейчас буду искать. Едет мой рыцарь на белом коне. Здесь вот так получается входная дверь. Здесь можно сделать вот так большую гардеробную. Здесь комната жилая. Такой ремонтик свеженький, натяжные потолки, ламинат. И огромный балкон. Здесь вот такой здоровый балкон. На две комнаты сразу идет. Эй! Пустите меня. А здесь уже получается кухня-студия. Небольшая, 12 квадратов. Ну, если не ошибаюсь, 13. Так, Станислав Николаевич ходит. Здесь вот кухон. Диван можно поставить какой-то, телевизор повесить. Очень хороший. И здесь еще сонный узел. Ванна, туалет. Но везде ремонт мне нравится, что одинаково везде все сделано. Такие ненавязчивые обои, бежевые, красивые. Такой не дешманский ремонтик, нормальный. Мне очень нравится, хороший вариант. Везде розеточки выведены. Я веду репортаж с места событий. Кто-то оставил машину на знаке для инвалидов. И они теперь ее эвакуируют. Смотрите, как цепляют. Блин, страшненько так, когда это рядом с тобой все. Прям жуть какая-то. Нам отъехать не надо? А? Здравствуйте, отъехать нам не надо, не мешаем. Понял. Не мешаем, отъехать не надо. Так страшно, прям сейчас поднимать будут вот нас. Что, не надо? Да. Ага, ребята. На стоянке, где медакадемия. А, она только зашла. Ну, позвонишь такой. Да нет, нет, вот это от светофора в сторону площади революции. То все, смотрите, поднимает. Так, кому-то. Прощай, чувак. А все почему? Потому что... Мамочка, внутренний мир машины, скорее смотрим. Блин, как жутко, когда на уровне твоих глаз тачку тащат. Ох, ё-моё, как страшненько это все выглядит. Капец. Сколько сейчас стоит штраф? 5 косарей? Угу. Вот 5000 рублей заплатит москвич какой-то, которого сейчас увезут. И плюс еще на штраф стоянки, да, оплачивают? Да, хранение. 4, где-то 4500 выходит. Все вместе? 4500, да. И 5 еще штрафа. 9000? Нет, все вместе. 50% же штраф. А, точно. Ну все, увезли чувака. Вот так вот. Это на госуслугах, да, можно 50% заплатить штраф? Не паркуйтесь никогда возле таких знаков. Разница как? В течение 20 дней. Стас, я говорю, нас не загребут, мы как бы рядом стоим. Он говорит, 1.5 метра от знака туда, в одну сторону, и 1.5 метра в другую. Мы уже, говорит, не попадаем. А я всегда думала, что если такой знак стоит, значит, вся парковка для инвалидов. И я как дура все время езжу еще другие места. Сидит, ржет надо мной. Смотрите, сидит, ржет. Вся парковка до светофора инвалидов. Ну а че? Че нет-то? Вон, все, повезли, тачку повезли. Мы сидим, ждем родителей Стаса. Вот.
Да? Ну, Станислав Николаевич. Я не это, не причесанный. Не причесанный? Да. Тебе, кстати, девочки комплиментов много написали по последнему эфиру. Я очень рад. Скажи привет красоткам. Привет красоткам. Вот, привет вам, девчонки. Стоим, ждем. Репортаж с места событий. На это место встал еще один счастливчик, не прошло и 5 минут. Засекаем, через сколько приедет. При том, при всем рядом место свободное. Да, причем вот с той стороны машины есть свободное место. В общем, засекаем, через сколько приедет эвакуатор. Сейчас время 10:17. Ждем. Этот чувак обратил внимание на то, что эвакуаторы на той стороне забирают машины тоже, которые стоят возле знака. Он садится назад в машину, и мне кажется, что он сейчас уедет все-таки. Не захочет, чтобы его эвакуировали. Вот. У меня была другая версия происходящего. Стас говорит, он просто вышел попукать. Ну, Стас по-другому сказал. Ну, может, кстати, факт, да, что он вышел, постоял на улице, сел в машину и поехал. Может, и про этот, как говорится, про бздеться выходил. Кто его знает. В общем, ладно. Потому что он там весит 200 килограмм. Да, все, чувак уехал, как бы, место свободно, вакантно. Вот, ему хватило 2 минут, чтобы понять, что его отсюда эвакуируют. Ждем следующую жертву. Мы развлекались как могли. Шел первый час ожидания. Мы развлекались как могли. Заехали домой, быстренько переоделись, у меня конфетка за щекой. Поэтому как бы это... Внимание, не обращайте, что такое. Не так как бы толстенькая, еще и с конфетками. В общем, какие у нас сейчас планы? Стас едет сейчас на работу, у меня машина стоит возле его работы. Я машину забираю, выхожу в прямой эфир. Во время прямого эфира быстренько крашусь, привожу себя в порядок. Дальше еду в ТРК «Алмаз». Мне нужно забрать заказ свой. Заказала в Санлайте новые украшения, буду забирать их. Вот. Квартира, которую мы сегодня смотрели, нам очень сильно понравилась. Она такая небольшая, но очень уютная. Мне понравилось, что там хороший ремонт сделан. Обычно строительный ремонт какой-то везде делают, корявый. А здесь, грубо говоря, заезжай и живи сразу. Вот, поэтому мы склоняемся к этому варианту. Довольненькие и счастливые. Вот, так что вот так вот. Я не знаю, напишите в комментариях, вам понравилась квартира или нет. Она небольшая, но такая клевая. Прям, я не знаю, нам очень понравилось. Мы прям довольненькие. Так, 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 ну все, погнали со мной вместе. Уже провела прямой эфир, в прямом эфире прям накрасилась, сделала макияж, так душевненько поболтали с девчонками, пришли к выводу, что если вдруг будет карантин, нужно заранее запастись только 3 вещами. Это креветки, это шампусик и это рафаэлочки. Все, и идеально ваш карантин пройдет. Просто, вот так вот. Это у нас сегодня в эфире, мы так с девками решили. Так что я поехала по делишкам своим. Сейчас возле Стаса, возле работы, машиночка стоит. Я поеду на своей. И поеду, мне нужно заехать в типографию, кое-что распечатать, документы, и съездить в Алмаз, в ТРК Алмаз, вот, чтобы забрать заказик. Еще я хотела заехать там в продуктовый магазин, прям в ТРК Алмазе зайти и посмотреть, что там творится. Пустые полки, полные полки, скупают, не скупают, потому что у нас возле дома в Пятерке уже скупили рис, гречку, сахар, вообще нет, просто, просто пустые полки стоят. Все остальное есть, как бы, и все нормально, не знаю, ажиотаж у людей, вот, паника, паника. Поэтому, ребята, оставайтесь со мной, поехали. Ребят, приехала я в ТРК «Алмаз», знаете, в чем кайф? В том, что пустые парковки и нет никого. Наконец-то нет проблемы припарковаться. Конечно, самый прикол в том, что когда я сюда ехала, была ужасная пробка, вот прям возле ТРК «Алмаза». Но я удивлена, что машин очень мало здесь, именно вот на парковке. Сейчас зайдем в «Алмаз», посмотрим, есть ли там люди. Это, может, зомби-апокалипсис начинается. Надеюсь, что нет, конечно. В общем, сейчас пойдем посмотрим. Капец, ребят, у нас дождь. Первый дождь после зимы, прям такой конкретный дождь. Ну, сейчас сижу и думаю, как же домой-то бежать, а? Машина далеко, зонта нет. Что делать, не знаю. Просто со стоянки до дома бежать далековато. Походу, дело вся вымокну. Капец. Ребят, всем доброе утро. Смотрите, как снег падает. Прям медленно-медленно летит хлопьями такими крупненькими.
Погодка сегодня шикарная просто. Обалдеть. Вчера съездила в ТРК «Алмаз». В общем, я балда, короче. В типографию не заехала, ничего не сделала, ничего не взяла с собой. В общем, забрала только свою покупочку, ничего не снимала, быстрее, потому что что-то как-то мне, я не знаю, я поддалась всеобщей панике, и от кашляющих людей я бежала сломя голову. В общем, зашла в ТРК «Алмаз», и не успела только зайти, уже какая-то женщина возле меня начала кашлять, и я быстрее оттуда свалила просто. Я не знаю, Нинка поддается панике, начинает. Ну, я знаю, что паниковать нельзя, вот, но на всякий случай я оттуда сбежала. Сегодня у нас у Стаса выходной, но он на работе, вот, поехал на работу, на, говорит, часа на 3-4 ему надо съездить. Там какое-то у них, что-то там происходит, короче, на работе. Какие-то тестирования, какая-то фигня. Вот, сейчас быстренько соберусь, пока он там. И быстренько соберусь 3-4 часа, пока он там. Вот, и мы с ним поедем по делам. Вот, и буду вам все показывать и снимать. А это вы уже все увидите в следующем видео. Вот, а пока я такая сонная, вялая, всем желаю просто хорошего дня и позитивного настроения. Всех люблю, целую. Продолжение в следующем видео. А еще сегодня, наверное, выйдем в прямой эфир на канале у Стаса, так что не пропустите. Сегодня это вот прямо сейчас, вот прямо, да, вы смотрите это видео. Это именно сегодня, я не помню, какое число сегодня, но сегодня понедельник. Вот, так что не пропустите.